Мәңгілік жүр, бишік жүріңіз. Біз ұзасы юлда маяк болып, ғымыр бойы балқып тұрғыз. Исән мүсін демен бүгін сізге, бейрем білен ғазиз аналар. Юллар ерак болса, жырлар білен, яқынайыр бүгін оралар. Қайырлы күн біздің ең қадірлі қонақларыбыз, әнелеріміз. Сізні барығызында бүгінге бейрем, әнелер күні білен тәбірек етеміз. Сізге ұзын ғымыр, бәхір, сәлеметлік тілейміз. Шушы бейрем күні күніңізге шатлық, тәніңізге сихәтлік, үйіңізге именлік алып келсін. Тұрмышларыңыз матур, юзләріңіз күләш болсын, қадірлі әнелер. На свете добрых слов немало, но всех добрее и важнее одно. Из двух слогов простое слово «мама», и нету слов дороже, чем оно. Добрый день, дорогие наши мамы! Мы поздравляем вас с самым светлым праздником – Днем Матери. Это праздник, которому никто не может остаться равнодушным. И мне от лица всех детей хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят нам любовь, добро, нежность и ласку. Без сна ночей прошло немало, забот, тревог не перечесть. Земной поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть. Для вас выступает ансамбль кураистов. Қорлар яуа, дүния бік ғымарт бүгін. Бүгін әнелер бейрәмі, шуңа күңілім шат менім. Ең қадірлі кішілеріні қадірлейбіз, ұзырлыйбіз. Шын күңілден әмәгізіні бейрәм білен құтылыйбіз.
Мамочка любимая, родной мой человек, Богом ты хранима, будь на целый век. Пусть не доберется до ясных глаз печаль, пусть губ твоих коснется смех звонкий, как хрусталь. Басимова Чулпан хам Шахаттарова Гульнур башкырында жер. Бүгін әни бейрәме. Йол итегез. Ученики 5 класса с песней «Мамочка». Мамочка моя, день рождения! Мамочка!
раз выступает младший вокальный ансамбль с песней «Мама, будь всегда со мной». Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила. Тут бабушка, мамина мама пришла и маму спросила. Сидеть целый день без обеда. У доктора встала, а все не поседа. Скоро ты станешь как спичку куда. И ты, как обедать,
Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек глядят. Что с дочками делать упрямыми? Ох, как непросто! За ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Алексей Максимович Горький писал: без солнца нет мира от матерей. Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: «Знаете, какие у меня хорошие дети!» Для вас выступает Растинова Камила. Бір деңгіз йок. Сенің үшін қойғыртушы әнең болу нендей зор бәхет ол. Аны яртылғына жетмей, аның қадірлерін білерге, сөзін тыңларға, яқшы оқуын қал ансамблін шақырабыз. Нурларынан нурлы алтын.
Я не пущу, но опа.
А у тебя как дела? Песни «Полюшка». Yeah.
баштрунда пюсян бивы. Все еще будет. Yeah.
случилось? Ничего. Как ничего? А почему ты пол подметаешь? Потому что он был грязный. Дима, умоляю тебя, скажи, что случилось? В последний раз ты подметал пол, когда получил 2 за поведение, а в предпоследний, когда тебя чуть не оставили на 2-й год. Ты и пыль вытер? Вытер. Сам? Сам. К директору в школу. Не беспокойся, мамочка. Я уроки сделал, пообедал, зубы почистил, посуду помыл. Сам? Сам. Бабочка, что с тобой? Может, все водички принести? Другой. День помощи родителям, день помощи родителям. Вот полюбуйтесь, надо было сразу сказать, что это только на один день. По-старому, Яна. Әнкейге бір ғымыр. Исмагила Валесян білән Шарифьянова Альвина Башқырында Башқырт қызлары бейуі.
класса с песней «Мамочка, милая моя». Құдай сізге жан танышлығы, тән сихәтлігі, ұзын ғұмыр насып етсін. Мың-мың рахмет сізге әнкейлер. Яуғир қызлар бейуі бейрем ансамблі башқаруында. Еще раз поздравляем вас, милые мамы, и пусть не покидает вас терпение, которое так необходимо сейчас вам всем. И пусть все восхищаются вашей красотой, ведь вы самое прекрасное, что есть на земле. Вы самый красивый, нежный и благоуханный цветок в мире. До свидания!
Слава молодость!